Всем здорово! Продолжаем серию роликов бесполезной фигни. Сегодня у нас на очереди самое жесткое видео, где будут даже смерти. Слабонервных беременных детей прошу закрыть это видео. Смотрите, я предупреждал. На этот раз у нас будет странный выбор лучшего персонажа из анема стихии. Ведь именно сегодня у нас будет два критерия. Как я это оценивать буду, я пока что и сам не понимаю. Так что будем уже смотреть на деле. Для меня это тоже будет сюрприз. Первый критерий, как высоко персонаж может подпрыгнуть или подлететь. Второй критерий, сможет ли персонаж себя спасти в случае падения. Пошлите проверять эту фиговину. Первая на очереди Линет, и прыгает она так себе, конечно. Никаких способностей подлетать и прочего, но и, соответственно, в падении никак. Хейдза также нет никаких способностей, да и в прыжке он ничем не поможет. Ешка абсолютно ничего не делает. Саю очень низко прыгает, потому что она лоли. Ну и в прыжке покатушки явно не помогают. Очень долго она катится, зачем я это использовал. Но где же... Давайте. Может быть... Нет. Фарузан. Обычный прыжок. Ну а как же она сможет упасть красиво? Смерть. Джин. Также бесполезно. Прыжок по сути такой же, потому что кроме как посмотреть на дергание всяких интересных мест, мы не можем. Смерть. Сахароза тоже в этом плане совершенно бесполезна. Так что просто прыжок и просто смерть. Кадзуха, это уже поистине хороший прыжок. Ну и посмотрим, как он покажет себя в падении в пропасть. Да, все вот так просто при помощи Ешки можно сохранить себя. Странник. Странник подлетает намного выше, нежели Кадзуха. Но как он покажет себя во время прыжка? Конечно же никак, потому что он может просто пролететь вперед и также прекрасно разбиться. Венти подлетает немножечко выше, чем Кадзуха. Ну и как же он продемонстрирует себя в падении? Тоже никак. Обидно. Сяо только вперед, но не вверх. Ну а как он покажет себя в падении? Удачно. Он может себя спасти. Ну что ж, такие результаты получились у нас немножечко странные, потому что это в принципе странное видео, я уже предупреждал. И результат таков, что практически все персонажи абсолютно бессмысленны. Мы прекрасно знаем, что Странник великолепный персонаж. Да, он может подлететь высоко, и за это он попадает в среднюю у нас категорию ни туда, ни сюда, потому что спасти себя он, к сожалению, не может. Как и Сяо, например, он также может себя спасти во время падения, но он не может высоко подлететь. А критерии у нас сегодня именно такие. Венти на уровне со Странником также подлетает, но спасти себя не может. И единственным, самым лучшим и самым неповторимым у нас сегодня получился именно Кадзуха. Кадзуха прекрасно помогает забраться и повыше, и также может себя спасти во время падения в пропасть. А на этом это дебильное видео закончилось. Спасибо, что смотрели. Также не забывайте залететь в телеграм-канал по ссылке в описании. Там приятное общение и уютная атмосфера. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комменты, подписку. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата. Понабегусь, в душе не согреться, покуда жизнь это просто инерция. И запрусь на замок и до сердца, не достучаться, не добереться. Понабегусь, в душе не согреться, покуда жизнь это просто процесс. Но даже когда казалось бы...